Гомон, рыночная суета и громкие голоса зазывал, которые нахваливают свой товар. Все это создает полную атмосферу торговой площади. Однако вместо матерых торговцев – школьники и их родители, которые предлагают товары, сделанные своими руками. Хочешь сдать ВПР и ЕГЭ? Покупайте у 6 Г. Что здесь продает? Пончики, попкорн, кукуруза, напитки всякие, яблочные, эти компоты всякие продаются там. Вот такие вот стаканчики с дыни, арбузы. Тут есть овощи, салат, тыква. Это национальный пирог для вас с яблоками. Так как у нас класс интернациональный, есть русские, казахи, татары. Поэтому у нас вообще вся тема посвящена дружбе народов. Что сегодня продаете? Мы продаем варенье, разные угощения и даже украшения есть. Мероприятие в стенах лицея проводится не в первый раз и уже полюбилось всем участникам. При этом оно несет практическую пользу. Таким образом, ученики могут на практике понять уроки финансовой грамотности, которые теперь стали частью учебной программы. На ярмарке дети узнают не только ценность заработанных денег, но и цену вложенного в товар труда. Ну, вы знаете, у нас уже сейчас с первого класса есть основы финансовой грамотности, где-то за счет уроков математики. Вот у нас есть уроки РПС, то есть это развивающие уроки, и дети к этому, в общем-то, приучены и привыкают к этому. Я думаю, это в дальнейшем это очень хорошо помогает. Ярмарка – это в первую очередь праздник. То есть дети здесь учатся, как вообще выстраивать взаимоотношения, как научиться, да, жить в условиях рынка. Теоретические познания – это одно, но сегодня это практические познания. Вот видите, как ребята себя реализуют, то есть раскрепощаются и себя показывают с лучшей стороны. Помимо финансовых познаний, каждый участник унес с ярмарки приятный сувенир, будь то сплетенный браслет или вкусное угощение. Прекрасная ярмарка, все очень здорово, весело, ярко, насыщенно, просто чудо. Уже что-нибудь приобрели? Да, вот уже целый рюкзак. Сосиску в тесте, пиццу и пончики. Цукаты вкусные, какие-то фруктовые, полезные. Вот. Здорово, красиво. Я приобрела украшения. Дети могут при подготовке, во время ярмарки общаться всей семьей вместе с учителем. Пусть они все сливаются, дети, родители, учителя, в одну семью. Роман Ланцев, Елена Кудаева, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ.